Здравствуйте, Кристина, поздравляю вас. Вы стали чемпионкой России, по-моему, не в первый раз. Но настроение хорошее, по-моему. Особенно хорошо получилось, по-моему, полуфинал. Да, отлично в полуфинале все получилось, я довольна. Чуть-чуть побольше, погромче говорите, пожалуйста. В полуфинале все отлично получилось, я довольна. Угу. В финале немножко не очень. Ясно, но все равно, как вам вот сегодняшний старт, как вот атмосфера. Здесь то, что поисчитали, правительство в России приехало. Медведев Дмитрий Анатольевич. Атмосфера была, немножко, правда, задержали программу, что не очень хорошо было. А в принципе, так, все хорошо. Как у вас состояние улучшилось немножко? Получше немножко. Вот, ну не будем обсуждать предыдущие как бы старты. Просто сейчас какие уже планы? Пока никаких, домой поеду скоро. То есть, а коммерческие старты будете выступать? Нет. То есть, в этом году не будете, хотите заканчивать сезон, да, уже? Будете отдыхать немножко уже. Но зимой вас стоит ждать или нет? То есть зимой нам воздать уже такие окрыленные уже, да, с успешным выступлением и с новыми рекордами. Надеюсь. Желаю вам успехов, чтобы у вас все получилось. Спасибо вам большое, удачи. Продолжайте радовать своих поклонников Спасибо. Своим быстрым бегом. Спасибо большое. Спасибо большое вам, удачи. Спасибо.